Уважаемые друзья, я жду ваших вопросов. Пожалуйста, вопросы и представляемся. Можно? Меня зовут Алина, Донецкая агентство новостей. Подскажите, пожалуйста, вот вчера Украина заявила о совместном сотрудничестве, военном сотрудничестве с Турцией и патрулировании Черного моря. Вот. Ну, как вы относитесь к такому повороту событий, учитывая недавний сбитый самолет в Турции, над Турцией и, в общем-то, обвинения некоторые, которые в адрес этой страны звучали? Ну, вы знаете, отвечу, наверное, по порядку. Во-первых, Украина мало способна патрулировать Черное море. С потерей Крыма Украина потеряла практически весь свой флот. Это раз. Хотя я думаю, что эта безумная идея, если уже пришла в голову, они будут, наверное, воплощать в жизнь. Почему с Турцией? Вы знаете, Турция по последним событиям показала, что она, ну, скажу честно, преступно сбила самолет российских ВВС на территории чужой страны. Как мне известно, есть в мире общепризнанные практики. Это и предупреждение в эфире, и невозможность предупредить в эфире самолеты другой страны, которые угрожают нарушение, то есть любой страны, которая угрожает нарушение воздушного пространства, этот самолет обязан лечь на параллельный курс и показать своим присутствием, что нежелательно. Но почему-то ни в Стокгольме, ни в Москве, ни в Лондоне, если такие инциденты происходят, никто не сбивает самолеты. Турция сбила самолет преступно, ударом в спину. И реакция Турции на происходящее, если честно, удивительная. Я не считаю, даже считаю, что нельзя России забыть то, что произошло над землей Сирии. Нельзя забыть надругательство над убитым летчиком, нельзя забыть удар в спину и сделать, думаю, какие-то выводы российского звездного. Желание Украины – это желание страны, которая хочет себе, о себе просто напомнить, хоть как-то. Присоединиться к государству, которое косвенно поддерживает террористов, ну, я считаю, это самоубийство для Украины. Тем более Россия воюет с ИГИЛом, которая признала Украину, признала своим врагом. Патрулировать Черное море со своими врагами, ну, это только может прийти в голову Украины, по моему мнению.